меня очень близко в моей сердце Пермь, потому что первым долгом все-таки раньше принадлежал мою семью, которая дала это люди из Перми. И я была много раз в Перми и даже имела счастье иметь это. И я должна сказать, что когда я в Перми, я себя чувствую как-то дома, не знаю почему. Потому что люди тоже очень милые. И вообще я нахожу, что люди в России, когда они не в большие города, как в Москве или Петербург, где тоже есть замечательные люди, но я чувствую себя больше и больше русской. Красивый город с людьми, которые уважают друг друга, которые умные, которые образованные. Люди из Перми, которые я теперь знаю немножко. Я вас уважаю, очень вас люблю и надеюсь, что скоро, когда все будет немножко лучше, приеду снова к вам. Я вам желаю самого лучшего. Всего в жизни, в свою семью, свою работу, и для себя. Чтобы вы тоже были бы пример для мира и для России. История династии Строгановых является одной из самых захватывающих глав отечественной истории. Полтора десятка поколений энергичных людей являлись опорой власти, осваивали новые земли и помогали создавать одну из сильнейших империй в мировой истории. В старину о них говорили: «Богаче Строгановых не станешь». И это было сущей правдой. Представители рода всегда помогали государству решать стратегические задачи: сбор ополчения, освободительные войны и преодоление лихолетия смуты. Удивительно, насколько большим оказался вклад всего одного семейства, одной династии в судьбу России. Невзирая на многовековой путь, который зачастую был тернист, сегодня можно смело утверждать, без вклада самых известных представителей династии Аники Федоровича и Григория Дмитриевича, без раздельных властителей Пермской соли, распространивших свою деятельность на большую территорию тогдашней Руси, история и нашей страны, и всего мира могла пойти по совершенно иному пути. Строгановы владели имениями в Подмосковье, Псковской, Тверской и Новгородской губерниях, дворцами в Москве и Санкт-Петербурге, Италии и Франции. Именно Строгановы заложили традиции участия купцов и промышленников в строительстве государства, меценатства и, как сейчас бы сказали, социальной ответственности. Девиз «Отечеству богатство, себе имя» был путеводной звездой династии на протяжении практически 5 веков. После Октябрьской революции 1917 года собственность Строгановых была национализирована. Что-то было продано на аукционах, что-то пришло в запустение и упадок. В советские времена история династии переместилась в Западную Европу и не прерывается по сей день. Баронесса Элен де Люденгаузен – яркий представитель знаменитого рода Строгановых и большой друг пермского землячества. Принимала широкое участие в восстановлении Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церкви и зданий в Сольвычегодске Архангельской области. При этом, учитывая то, что большая часть наследия Строгановых находится на территории Пермского края, Елена Андреевна Строганова особенно сосредоточилась на возрождении именно пермских объектов. В 1992 году по ее инициативе был создан Международный Строгановский благотворительный фонд. В одной строгановской столице, Усолье, сейчас ежегодно проходит фестиваль «Строгановская парусная регата», начало которой положила баронесса, а в другой столице, Ильинском, популярностью пользуются строгановские балы. Строгановские традиции пережили 20 век и оказались сильнее всех трудностей. Баронесса Элен де Люденгаузен неоднократно принимала участие в церемониях вручения Строгановской премии. В 2016 году ее избрали почетным членом Пермского землячества, а в 2018 году на Первом канале вышел документальный фильм «Строгановы. Елена Последняя». Сегодня возрождением наследия династии Строгановых занимается несколько общественных организаций и частных лиц, особая роль среди которых принадлежит Пермскому землячеству, председатель правления Пермского землячества Андрей Кузяев.
Строгановы – это невероятная династия людей, которые на протяжении столетий развивали нашу страну и наш Пермский край. Они стали родоначальниками Пермского края. Это те первопроходцы, которые пришли сюда на берега Камы и включили в состав российского государства Пермские земли. Можно до бесконечности говорить о вкладе Строгановых в судьбу России. Но самое главное, что всю свою жизнь из поколения в поколение Строгановы искренне служили России. В конце 2005 года Пермское землячество учредило общественную награду – Строгановскую премию – за выдающиеся достижения людей, прославивших своими делами край и его жителей. За эти годы лауреатами премии стали дирижер Теодор Куренцис, писатели Алексей Иванов и Леонид Юзефович, космонавты Алексей Леонов и Виктор Савиных и многие другие. В 2022 году будет уже более 100 лауреатов Строгановской премии. Строгановы сегодня – это уже не столько о прошлом, сколько о настоящем. Строгановское наследие привлекает к культуре новых меценатов, вовлекает население в движение по воспитанию любви к малой родине, в развитие патриотизма и гордости за свой край.